нашим митрополитом Владимиром и о господине нашем, высокопреосвященнице архиепископе Сергии, и о господине высокопреосвященнице архиепископе Владимире, и о всей во Христе брати нашем. Thank you.
святіння цього храму, честь, поправити благословенне і Марійські наші Богородиці і Крещеніві Марії. А зараз починається перша Божественна літургія, за якою особливо помолімося, щоб не тільки цей храм був освячений і був і покров Цариці Небесної, як ми просили молитва, яким ми не здійснилися, а щоб і ми з вами, які призвані волею Божою бути храмами благодаті Святого Духа, щоб нинішні благодаті молитви і ми з вами святилися і перебували во всякій земного життя нашого і покровом Цариці Небесної. Святу Святу Спасибо вас. Царю Небесный, утешитель души истины, и железесы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в них, и очистины от всякие скверны, и спаси благо души наши. Слава вечному Богу, на земле мир, человеце благоволение, слава вечному Богу, на земле мир, человеце благоволение. Господи, усне наша отверзиши, и уста наша возвестят хвалу Твою. Время сотворите, Господи, высокопреосвященнейший Владыка, благослови. Имени нас, Владыка святый. Слава Духа, велит Христо и во веки Высокопреосвященнейшем архиепископе Владимире, честнем пресвитерстве во преседиаконстве, по всем притче и людям, Господу помолимся. О богохранимой стране нашей, престолюбивых народе, Востерки воинствия я, Господу помолимся. Господи, Господи, помилуй. По весе всем, всяком граде, стране, и верую живущих в ним, Господу помолимся. Земных и временях мирных,
Господу помолимся. Господи, помилуй. Оплавающих, путешествующих, недугующих, страждущих, плененных, и о спасении их, Господу помолимся. Господи, помилуй. Избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй. И сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй, помилуй. И святую, пречистую, преблагословенную, славную владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга, теперь живот наш Христу Богу предадим. И веры Господи. Тебе всякая слава, честь и хваление Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Oh.
помилуй и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Володимир, митрополит Київський всієї України,
Благослови вас за усердні труди, за ваше пастирське служіння і за ваше благодати єднання з Божим народом, з паствою своєю, яке проявилося так дивно в цьому прекрасному небоподобному храмі. Благослови нагородити вас церковною нагородою саном протоієрея. Господу помолимся. Владыко Господи Иисусе Христе Боже наш, священство даровав и роду нашему, и сего дара и чести, благодатью ми одеяви, и довольны ми благоговейне поставивы, еже священнически правите, и иные нижайшие служители таинства Твоего, сам одей Твоей благодатью, и брата нашего Иерея Андрея, и честности украси его, в начале стоять и пресвитеров люда Твоего, и добрый образ сущим в нем быть и удостой, и со благоговением и честностью во старости добрый совершите житие, благоволи, и вся ны, яко благ Бог помилуй, яко ты и седатель мудрости, и тяпается здание во веки веков. Аминь. Благословен Господь, всебысь раб Божий, Андрей, протопресвитер святейшей Церкви Божия, преблагословенный владычице нашей Богородицы, я пречисто покрова во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аксиос!
спаси, благочестивая и услышанный.
також і Мойсей, во всім дому Його. Множайше Його славі, ти паче Мойсея, сподобіся. Єліко множайшою честь і мать паче, дому сотворив Його. Всяк по дом созідається от нєкоєго, а сотворив вся ческая Твоєму. Алілуя, 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 воспевли. Того Євангелія.